И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Кейт Макс и Серега. Как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Гаррис Мод. Вы поставили очень много лайков, значит, сегодня у нас карта FNAF 6. И мы с Димоном Покемоном будем устраиваться на работу. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Это у нас будет испытательная ночь, проверим, сможем ли мы ее пройти. Если мы сможем пройти, значит, нас возьмут на работу. А если не сможем, то мы как бы уволимся, чтобы типа нас не выгоняли. Не знаю, что так сказал, но так и будет. Ну что, начинаем? Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Так, слышишь? Чего? А что? Это я сфоткал. Аниматроника уже на ночь выключает, правильно? Должны выключенные быть. Да. Что за звуки стрёмные? Доска. Да. Давайте мы проверим, что-то тут неладное творится. Так, идем. Ты что тут сидишь? Это допросная, да? Да, типа, знаешь, как в FNAF 6, там же допрашивают аниматроники. Только она не на столе должна сидеть, она должна быть в другом месте. Ну, пойдем. Ну, чисто так поржать. Может, вот ее чинят? Лефти. Так, лефти стоит. Угу, ништяк. Так, Димас, я что-то забыл, точнее, даже не знал, где наш офис находится. Где наш офис находится? Да. Идем. Показывать будешь? Конечно. Давай. А, вот в эту вентиляцию нам идти надо? Конечно. Ой. У нас тут офис. Маску одел. А ну ломай мечом. О! Ты что тут делаешь? Так, ладно. Так, нам сюда. Давай. О, смотри. Это же третья часть карты версия. Все, вот это, Димас, круто, кстати. Ну? Здесь хоть камеры-то работают. Включаешь. Смотри, тут кто-то идет. Ушел. Да, ушел. Ну ладно. О, включил! Нифига, Димас, я аж испугался. Да блин, нормально. Фу, Димон. Вертолет, думаю, у меня тут. А кто выключил? Что такое? Ну, Димон, поклацай еще. Ой! Ну тут какая тень стрёмная. Маску, маску, маску! Какую? Чего? Вот тут аниматроник ходит. Призрачный. Мы свои, уходи. Братва. Братва, братва. Он что, нюхает? Да, обнюхал, понюхал. Сачок. Только он какой-то стрёмный сачок этот, если честно. Чё там, Димон, пусто уже? Да. Я вижу, ты проверяешь. Прикольно. Смотри. Сидит челик себе. Это же этот, сюда же отводят аниматроников после того, как они поработали, понял? И чё? Это типа они здесь как склад, короче, работает здесь. И мы типа за складом аниматроников следить должны. Так, ну, я следим. Так понимаю. Вот. Здесь лефти у нас уже на складе. Ну и кто еще на складе у нас тут? Так, подожди, тут где-то должна нычка быть, давай в нее зайдем. Да? Нет. Где-то здесь она должна быть, не? Сейчас найдем. Так, 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 так. Тук-тук-тук-тук. А, Димас, иди за мной, походу понял, где эта нычка идет, находится. Иди сюда, Димас, вот иди сюда. За мной. Вот сюда, вот. Сюда, вот. Сюда. Вот, вот за этой дверью. Во! Это именно да? Разработчиков этой карты. Во, да. Мы вам покажем прикольную тему. Ну. Это музыка! Да. Ой, что-то поломилась кнопка. Кнопку сломал нам. О, иди сюда, Димас. Пойдем, выходим. Выходим. О, о. Смотри. Нифига себе, я ж испугался немножко. И все? И больше здесь ничего нету? А где игровые автоматы там? Теннис. Беги, беги, беги. Бегу. Я маску достал. Нас здесь нет. Ого. Мы свои. Так, так, так. Компьютер клацает. Чё она жмёт? Чё она жмёт там? Ну все, уходи, уходи, уходи. Ого. Нифига себе, они нас ищут. Димон, вы видно, когда пробегали, они нас увидели. Да?
Прям в лицо мне смотрит. Димас, нафига себе дышу, конечно. Это в маске тяжело дышать. Да. Какая-то плотная маска очень. Просто тебе надо много воздуха очень. Толстый, да? Че на мне оружие, ничего не да... Да что такое? Автон. Полез. Это блин, они нас ищут. Пиццерия. Опа, вентиляцию включил кто-то. О, так это ты ее включаешь? Нет, это не я. Ого. Кто там орет? Атмосфера очень страшная. Да? Еще один вылупился. Они вылупаются. Фонариком лупи его. Да не. Все, убежал. Так, ладно, давай дальше. Что-то у нас камеры, Димон, да, барахлят? Ну, они там вычислительную формулу делают, Димон. Какие-то вычисления сложные. Да, проводят. Так, давай дальше пойдем по свалим отсюда лучше. Давай. Обходила, и мы возвращаемся в пиццерию. Тихо, замри, тут какая-то фигня вылезает. Ого. О, блин, это что за ужас? Представь, найдут нас. Представь, я уже представил, что они меня уже нашли. Так, обход мы типа сделали, я ухожу. О, Димас, куда уходим? О, чё здесь? Чё здесь? Я в другую сторону повернул. О, здесь, прикольно. Здесь ничего. Я сразу в пиццерию попал. О. А ты чё в маске постоянно ходишь? Димас, ты видел там здоровяка какого? Я маску одел. А я убежал просто. О, чё такое? Каждый спасается как может, Димас. Кто кого ещё охраняет? Аниматроники нас охраняют, а не мы их. Димас, я, короче, этот спрятался в такую черную комнату. Знаешь, где такая находится? Прям черная-черная, короче, я под столом спрятался. Они еще там ходят, Димас? Да. Ух, это мне не нравится. Сейчас. У него что-то в руке. Страшное очень. А чё у меня маска исчезла? Не знаю. Она, кстати, пропадает, бывает. Димас, здорово. Я вижу, ты сзади. У него такие ещё глаза кровавые такие, страшные. Ударь его по спине чем-нибудь. А потом резко убежать надо, да? Да. Я так понял, мне надо очень резко бегать. У этого зубов миллион. Смотри. Димас, беги! Автон, я Фредди. Может, ну Димас, вот. Пойдем к нашим этим, к нашему столу туда пойдем? Пошли. Пускай они тут ходят, бродят нам. Ого, здесь, они здоровые. Это мешает. Ладно, уходим быстрее, уходим, валим. Ого, они все сюда идут. Все, отлично. Сок выпили? Не выпили. О, Димас, видел, там Молтон Фредди был за тебя. Ой. Это кто включил вентилятор? Я включил. Пусть же работает. Че у нас свет не работает? О, свет заработал. А не отключает. Димас, ползет. Быстрее. Я маску одел. Ты не в маске, Димас. Да? Че ты в меня стреляешь? Димас, одевай маску. Нет. Сейчас тебя сожрут. Нет. Нет, не сожрут. У него такой глаз отделенный. Он хочет нас убить, у него не получается. У него проволока уже поржавела даже внизу. Да хватит мне в глаза заглядывать, урод морской. Так, я подумал, и я решил, что не буду в этой пиццерии работать охранником. Здесь, во-первых, очень холодно. Условия трудовые плохие.
зарплата маленькая, подумаешь, тысячу долларов в день. Я, господи, я что это за зарплата? Тысячу долларов. Бумажечку. А чё ты чёрный? Больше вас ничего не... Нет, А ты чё чёрный мордный? Ты Фредди Ниггер или что? Ого, оно прям всё... Нет, сзади. Мат, провожу зачистку, давай внутрь. Побежали. Побежали, побежали, побежали. Ах ты, опять тот же самый! И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!